Когда идут на смерть, поют. А перед этим можно плакать. Ведь самый страшный час в бою. Час ожидания атаки. Снег минами изрыт вокруг. Он почернел от пыли минной. Разрыв, и умирает друг. И значит, смерть проходит мимо. Це рядки з відомого вірша «Перед атакою». Події Другої світової описує український поет Семен Гудзенко. За 72 роки його на пам'ять читає людина, яка живе війною. Мені кажеться, що я магніт, що я притягиваю міни. Розрив, лейтенант хрипить, і знову смерть проходить мимо. Сергій Лойко – відомий американський журналіст та фотограф, який висвітлював війну в Афганістані, Іраку, Чечні та Грузії. Тепер він на нашій війні. Тут йде реальна війна. І саме ужасне, саме страшне, на мій взгляд, це те, що тут не було ні одної маломальської реальної причини для того, щоб це відбувалося. Він був по обидві лінії фронту. Крізь його репортажі весь світ побачив те, що насправді відбувається в Україні. Російські средства масової інформації говорять, що це гражданська війна. Да нічого подобного. Тепер він завітав до українських кіборгів у Донецькому аеропорту. Такого епічного состояння духу я не бачив ні в одному конфлікті. Український Сталінград, який став для нього рідним. І в аеропорту. Я чувствовал себя дома, среди своих. Сергій росіянин хоч вже кілька років має будинок в Техасі. Його статті про кризу в Україні друкують на перших шпальтах «Лос-Анджелес Таймс». Після повернення з Донецького аеропорту він дав скандальне інтерв'ю в ефірі радіостанції «Ехо Москва». У нас сьогодні кореспондент «Лос-Анджелес Таймс» Сергій Лойко. Добрий вечір. Журналіст розказав російському слухачеві все, без купюр. Абсолютне добро вот в этом аеропорті, который защитить нельзя, который защищать не нужно, борется с абсолютным злом, вот с этими орками, которые со всех сторон окружают этот аэропорт и долбят его градами, минометами и так далее. Вже наступного дня радіостанцію змусили прибрати цю розповідь з офіційного сайту. Моє інтерв'ю посмотрели б там десятки тисяч чоловік. Ну, поохали б, поахали. І забули б завтра. А тут, благодаря Роскомнадзору, інтерв'ю посмотрели ну, сотні тисяч чоловік. Це вже качественно другое діло. В общем, спасибо їм за це. Подорож до Донецького аеропорту стала для Сергія 25-м бойовим відрядженням. Афганістан, Ірак, Чечня та Грузія – в його об'єктив потрапляли наймасштабніші військові конфлікти сучасності. Тепер його камера націлена на Донбас. Саме головне відличие цієї війни – а це війна. Давайте не будемо називати це АТО. Ні в одній своїй статті я ні разу не упомянув цей термін. Тут йде реальна війна. І саме ужасне, саме страшне, на мій взгляд, це те, що здесь не было ни одной маломальски реальной причины для того, чтобы это произошло. Российские средства массовой информации говорят, что это гражданская война. Да ничего подобного. Гражданская война в Украине – это когда Кличко сражается с Локотко там, или с каким-то другим украинцем, который здесь живет. Кто там на той стороне правит бал? Гиркин, Бабай. Гиви, Моторола. Ну, я там был на этом конфликте, я видел, что там происходит. Но пришли из-за границы вооруженные люди, захватили отделы милиции, захватили арсеналы с оружием, раздали его не самым лучшим представителям местного населения. Слов'янськ, Горлівка, Луганськ. Він побачив цю війну з обох сторін. Однак Сергій навіть уявити не міг, що на нього чекало в Донецькому аеропорту. В аеропорту вход і вихід самые главные события. Щоб солдату защищати аеропорт, йому нужно очень сильно рискнути жизнью, щоб туди попасть.
И потом постоянно рисковать жизнью там, потому что в аэропорту нет ни одного квадратного сантиметра непростреливаемого. Те, що він їде в пекло, Сергій відчув вже сидячи в бронетранспортері, який віз його в аеропорт. Що таке розгрузка? Просто все збрасується на землю, там ці самі вода, амуніція, боєприпаси, ці самі гранатомети, от ці мухи, там все, пулемети, все це збрасується, і потім уже в сумерках все підбирається. От йде така страшна картина вот этой розгрузки, така. Это ощущаешь себя в середине просто самой настоящей войны. Ось фотографії, які Сергієві вдалося зробити в перші секунди, потім в термінал. Знаходитись на летовищі більше 5 хвилин смертельно небезпечно. Там єгипетська тьма днем і ночью, особливо ночью. І якщо днем там працюють генератори, люди заряджають батарейки, рації, ходять з фонариками, тому що внутрі все одно темно, то с наступлением темноты все это выключается. Не видно вообще ничего. То есть они превратились в летучих мышей. Они уже знают на ощупь, как, куда, что идти. А от холода спрятаться нигде невозможно. Буржуек нет, дров нет. Ночью минусовые температуры. Люди спят в касках и в бронежилетах не потому, что они уж так пытаются на полу избежать попадания, хотя это тоже важно, но просто чтобы согреться. Тоді іноземний журналіст вперше познайомився з кіборгами. Чорні лиця, чорні руки від порохового диму, блестящі очі від безсонниці, вот это возбужденное состояние от адреналина, который там чуть ли не из ушей у них плывет. Потому что война в аэропорту — это главное состояние жизни. Там война идет 24 часа в сутки. Если не наступают враги, то идут обстрелы, идут перестрелки, снайперы работают. Ночью, если ты хочешь покурить, и ты неграмотно это делаешь, снайпер стреляет на третью затяжку. Третья затяжка становится последней затяжкой в твоей жизни. Він фотографував усе, боявся пропустити щиру емоцію, хоча, як сам каже, там складно зробити поганий кадр. Там был случай такой, когда сгорел танк, было три танкиста. Они стали под огнем вылезать из танка, снайпер их тут же убил, никого не подпустил. Значит, потом, когда стемнело, ребята вылезли из аэропорта, два тела им удалось взять, они отправили их домой. А был минометный обстрел, и третье тело просто разорвало на куски, они не могли его найти. Но они все время говорили, нам надо этого третьего парня отправить домой. И когда пришел очередной транспорт, ну это бронетранспортеры, их разгружали под обстрелом, один из солдат увидел кусок бедра вот этого танкиста. Ну другого там просто не могло быть, это было рядом с танком. Он об этом сказал, и они сказали, и командир сказал, да, нам, ребята, нужно отправить танкиста домой, я согласен, но вы поймите сами, что вы будете стопроцентно рисковать своей жизнью, чтобы отправить кусок мертвого человека домой. Вы его даже не знаете. Вы его ни имени не знаете, не видели никогда. Мы услышали об этих останках еще в Песках. То есть нас, во-первых, танкисты просили, говорят, что там вроде как наш человек лежит до сих пор. То есть организуйте так, чтобы его забрали. Максим Музика був тоді там. Він один з кіборгів, який і просив командира забрати зі знищеного летовища залишки загиблого танкіста. Колишній бізнесмен з Києва в аеропорту був не вперше. Хлопець пережив голод, холод і масовані бомбардування градами. Однак найстрашніше, каже, коли тобі стає все одно, коли помирати. Ти граєш постійно в руську рулетку. Постійно. Круглі сутки. И не ты, вокруг тебя все играют в русскую рулетку и стреляют в тебя, да, это не знаешь, попадет, не попадет, а зависит мало. Ну вот, действительно, то есть от твоих навыков что-то зависит, вовремя упал, не упал, то есть это есть. Но потенциально ты вот уже готов уметь. Соответственно, те люди, которые на этой грани, они достаточно долго, то есть это своего рода медитация на смерти, да, то есть там то, что самураи практиковали, то, что, собственно говоря, было их идеалом духовности, так сказать, готовность умереть, вот, то ты уже умер. А там ты свыкаешься с той мыслью, что ты уже умер.
в будь-який момент, тебе ж, я ж говорю, ти перестаєш пригибатися. Саме цей феномен, на думку Сергія Лойка, і спрацював, коли у кіборгів запитали, хто піде на смерть заради решток загиблого танкіста. Ну, підніміть руки, хто хоче це зробити. І там сиділо там 20 чоловік в кімнаті. Остальні були на позиціях. І всі підняли руки. І тоді під'їжджає транспорт, вот этот два бронетранспортера, начинается страшная перестрелка. Все, кто находится в аэропорту, они все стреляют во все стороны. Ну, то есть половина этих людей. Половина разгружает в этот момент транспорт. И в этот момент два парня нашли ящик от боеприпасов, пустой, деревянный, положили туда эту ногу, закрыли этот ящик, привязали его проволокой к бронетранспортеру и потом вернулись на своей позиции и включились в этот бой, который шел, в эту перестрелку. Ну, это было, ну, 30 секунд. 30 секунд на войне – это целая жизнь. Вот, они могли 100 раз умереть за эти 30 секунд. Вот это героизм в чистом виде. Лучше бы его не было, лучше бы всего этого не было. И вообще, вот этот аэропорт, вот это... квинтэссенция борьбы добра со злом, как будто с одной стороны вот эти вот силы добра из «Властелина колец», а с другой стороны вот эти орки, которые их осаждают. Вже наступного вечора він став свідком справжньої дуелі українського кіборга та сепаратиста. Ви з ободраного, розгромленого рукава третього этажа влізають на взлетне поле враг и начинает практически в упор стрелять в этих там 10 метров до их позиции ребят. И командир по коду, с кодовым именем Рахман выскакивает на это в сумерках, на это взлетное поле со своим Стечкиным и стреляет в него. Они стреляют в упор друг в друга. И этот Рахман, он говорит, я в него целую обойму высадил, я видел, как у него пар шел изо рта, а он в ответ стреляет в меня и потом исчезает. Ну как, что я не пойму, я же не стрелял холостыми. Он что, лучший киборг, чем я? Такого эпического состояния духа я не видел ни в одном конфликте. В Песках, где я провел много времени, там стоят тысячи военных. Тысячи. И почти каждый из них, я разговариваю с людьми, он говорит, вот завтра, завтра, послезавтра, они мечтают о том, чтобы попасть в аэропорт. Чтобы сменить своих товарищей, чтобы оказаться там. Все знают о смертельной опасности, все знают о том кошмаре, о том аде, который там происходит. И все они пытаются туда приехать, как будто там находится вот эта вот потайная комната из «Пикника на обочине» Стругацких, из «Сталкера» Тарковского, в которой не то что исполняются все твои сокровенные желания, а где ты, как украинский мужчина, как мужчина вообще, как защитник Родины, где ты поймешь, наконец, свою миссию. Свою ж миссию Сергій бачить тут, на цій війні, на нашій землі. Незважаючи на те, що вона забрала в нього найцінніше, що було в житті. Я в эту войну уже так вросся. Я був в Слов'янську. Летом, когда мне позвонила жена и сказала, что она умирает. Она заболела, моя любимая жена. Мы вместе прожили 37 лет. И она ждала меня с каждой войны. И я никак из Славянска не мог уехать, потому что Гиркин объявил меня в розыск. И я там, ну, на перекладных, в конце концов, там ребята из российского телевидения, хотя наши взгляды не совпадают, они мне помогли на своих машинах, довезли меня до первого украинского поста, бросили, я пешком дошел до украинского поста. В конце концов, я приехал домой, уже ничего нельзя было сделать. Я так долго задержался. Да и вообще, я с ноября был на войне, а она начала тихонечко болеть. Я не обращал внимания. И она больше беспокоилась обо мне, чем о себе.
Ну, потом я боролся за ее жизнь, но уже было поздно, она у меня на руках умерла. И сейчас получилось так, что теперь я из мирной жизни возвращаюсь на войну, потому что только на войне я себя чувствую дома. И вот эта война унесла у меня любимого человека. И в аэропорту я чувствовал себя дома, среди своих. На четвертий день його евакуювали з аеропорту. Він залишив хлопців, які за кілька діб стали для нього рідними. Стали для нього родиною. Тепер він напише про них у своїй книзі. Я пишу художественную книгу. І мені нужен був вот этот вот последний епізод, де происходит последняя встреча моих героев. І вот это такая книга про войну, про любов. Про кохання, яке не загинуло. Про кохання, яке він пам'ятатиме все життя. І зараз вона лежить на нашому маленькому кладбищі в Техасі. За 10 тисяч миль відсюди. А я ніяк не можу уїхати з цієї війни. Бой був короткий, а потім глушили водку ледяную і виковирював ножом. Із-під ногтей я кров чужую.